Жители города жалуются на огромные снежные горы, которые сегодня возвышаются почти в каждом дворе. Они мешают парковке личных автомобилей жильцов, делают некомфортным передвижение по тротуарам. Но самое главное, представляют большую опасность для детей. Любителей скатиться со стихийно образовавшейся горки немало. Только вот угодить можно прямо под колеса машины. Кто и за что в ответе? В проблеме разбиралась Мария Федорчук. Жители города крайне недовольны ситуацией во дворах. Огромные снежные горы вытесняют новоуренгойцев с их территории комфорта. Водителям приходится парковать свои машины около соседних домов. Но и там не всегда удается найти место. Особенно обеспокоены родители. Дети там прыгают, скачут, все это естественно под машины. Владельцы машин начинают ругаться. Им это, соответственно, не нравится. Но у нас постоянно здесь так, это норма. Детям стихийные горки только в радости, пользуются у них популярностью даже больше, чем сделанные специально. В школе каникулы, погода выдалась теплой. Самое время отправиться на прогулку. Тем более, когда дорожники подкинули такой подарок. Недавно сделали эту горку, и она такая снежная, можно базу свою построить. Интересно на ней. Много чего можно, можно много чего построить. Можно, например, снеговиков делать из нее, можно какую-то большую такую стену сделать, за ней играть в снежки. Снежные горы вызывают у детей неподдельную радость и восторг, но возвышаясь прямо на проезжей части, они таят в себе настоящую опасность. Ребенок скатывается с горы, а водитель не успевает затормозить. Страшно представить, чем может закончиться, на первый взгляд, безобидная прогулка во дворе. Ситуацией обеспокоены и сотрудники ГИБДД. Во время очередного объезда они вновь зафиксировали нарушения. Справиться со снежной проблемой помогают предписания. В адрес дорожников они направили около 10 предупреждений о необходимости очистить дворы. Город мы обследуем фактически ежедневно, это улично-дорожная сеть. Вот. Во дворы заезжаем 4 раза в неделю однозначно. Пытаемся объехать все дворы. Не кучи, а снежные валы высотой более 3 метров. Да, они у нас есть, такая проблема существует. Данные кучи, валы снега, они очень-очень пагубно влияют на безопасность дорожного движения. Это, во-первых, не соблюдается треугольник видимости при выезде и при выезде и въезде во двор. В Уренгой-Горавтодоре своя правда. Во время затяжной метели все силы были направлены на центральные улицы города и проезжие части. Несколько дней дорожникам приходилось разбираться с последствиями непогоды. Это определенный форс-мажор. Сейчас мы с этим форс-мажором будем усиленными темпами бороться. Сейчас осуществляется очистка внутриквартальных проездов и на южной, и на северной части города с вывозом. А также усиленно идет очистка улично-дорожной сети. Двумя комплексами ведется очистка, погрузка, вывоз, соответственно, снега сразу в снежные накопители. Сейчас вывоз снега – дело времени. Дорожники обращаются к жителям города с просьбой запастись терпением и обещают навести порядки во дворах уже к следующей неделе. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».